Сегодняшний эфир в честь завтрашнего 14 февраля, Дня всех влюбленных. И сегодня в эфире будет подбор масел для девушек, кому 40+. Подбор эфирных масел для тех, кто замужем или имеет какие-то взаимоотношения, у кого есть мужчина, у кого есть пара. Для них сегодняшний подбор масел для завтрашнего праздника. Чтобы было хорошее настроение, чтобы было, чтобы этот праздник был настоящим праздником. Эфирные масла, вы знаете, как работают, и это всегда настоящее волшебство. А принимать их с помощью мыслеформ – это волшебство двойное. Ну и если у вас есть эти масла в наличии, то вы, конечно, можете подготовиться к завтрашнему дню и вот эти масла вдыхать, с помощью диффузора применять, использовать. И завтра, где-то, наверное, в 11:30, будет эфир, который посвящен... Я сделаю подбор масел для девушек, кто сейчас находится в поиске, у кого еще пока нет пары. Завтра будет для них. А сегодня для тех, у кого есть пара, и это будет два эфирных масла. Первое масло – это розовое дерево. На физике как оно работает? Восстанавливает эластичность сосудов, антикупероз, регулирует тонус вегетативной нервной системы, нормализует артериальное давление, эффективно при бессоннице, противовоспалительное действие при заболеваниях в суставах и костной ткани, препятствует развитию остеопороза, устраняет стрессовые пятна на коже. Ну, как раз для нас, девочек, кому уже за 40, как раз очень актуально. Укрепляет нервную систему, стимулирует, снимает раздражительность, усталость, устраняет переживания по поводу допущенных промахов и ошибок, устраняет чувство бессилия, устраняет чувство бессилия, гордыни, зацикленности на себе, способствует глубокой психической релаксации, ликвидирует психологические последствия стрессов и эмоциональных перегрузок, способствует полной релаксации и восстановлению сил, помогает добиться успехов в познании нового и воплощении задуманного. Но к завтрашнему дню как раз надо и расслабиться, и настроиться на праздник, потому что когда нам уже за 40, у нас начинаются всякие эмоционально-нервные, ну не то чтобы припадки, но мы все разные, но зачастую уже не можем расслабиться, не умеем радоваться, не ценим то, что имеем. И второе масло – это эвкалипт. На физике работает следующим образом. Заболевание поджелудочной железы, сахарный диабет, способствует насыщению крови кислородом, снижает уровень сахара в крови. Актуальненько. Часто у кого уровень сахара высокий. Хорошо работает с молочницей. Антисептическое, антибактериальное, противовирусное, противовоспалительное, отхаркивающее, обезболивающее, спазмолитическое, жаропонижающее, патагонное, стимулирует регенерацию тканей, снимает отеки. И работает, как работает на эмоциональном плане. Помогает осознать собственную глубокую эмоциональную или духовную потребность быть больным, устраняет образы мыслей, которые непрерывно создают плохое здоровье, придает смелости столкнуться лицом к лицу с собственными убеждениями и проблемами, помогает отпустить привязанность к болезни, помогает позволить себе быть здоровым и нести ответственность за свое здоровье. Ну, когда нам переваливает уже за 40, конечно, мы начинаем тревожиться, мы начинаем переживать про какие-то жизненные ситуации и проблемы. А завтра праздник, и хочется быть расслабленными, веселыми, улыбчивыми, красивыми, жизнерадостными. И так как я работаю с мыслеформами, если кто-то впервые меня видит и слышит, меня зовут Кириллова Татьяна. Я работаю с мыслеформами, являюсь автором школы эмоционального баланса, потому что именно наши эмоции управляют и нашим здоровьем, и нашими отношениями, и влияют на финансовую сферу. И сейчас мыслеформа с этими двумя прекрасными маслами, с розовым деревом и эвкалиптом. Я вам сейчас прочла, как они работают, и сейчас мы просто
послушаем мыслеформу. Сегодня для тех, кто имеет пару, завтра в районе где-то половины 12 дня. Для тех, кто пары не имеет, я тоже для вас подготовила подбор масел, но про него мы завтра. А сегодня, пожалуйста, подбор масел. Ну, он не навредит и тем, у кого сейчас, может быть, нет пары. Это не страшно. Если вы готовы, пожалуйста, закрывайте глаза и просто послушайте мыслеформу. Это все безопасно, это все приятно и хорошо. После того, как я закончу произносить мыслеформу, пожалуйста, останьтесь на некоторое время с закрытыми глазами, прислушайтесь к своим ощущениям внутри и наслаждайтесь жизнью, радуйтесь. После произнесения мыслеформы я уже отключу эфир, чтобы вы смогли насладиться этим эйфорическим состоянием и почувствовать его. Эфир будет размещен в моем аккаунте, поэтому вы можете несколько раз переслушать мыслеформу, несколько раз пройти вот это вот наполниться этой энергией масел. Ну а если у вас есть они в наличии, пожалуйста, розовое дерево и эвкалипт, нюхайте, дыхайте, используйте с помощью диффузора. Ну так, начинаем. Закрывайте глаза. Поехали. Обращаюсь к Творцу-Создателю. Я есть Татьяна. Прошу гармонизировать мое духовное и материальное, духовное и материальное всех, кто слушает сейчас данную мыслеформу, в соответствии с объединенным источником любви, сил, энергии, информации и вибраций, света, цвета, вкуса, запаха и эфира, розового дерева и эвкалипта, наивысшим, наилучшим образом для всех поистине Творца. И да будет так, ибо я есмь, кто я есмь. С безусловной верой, надеждой, любовью, благодарностью. Благодарю, благодарю, благодарю. До новых встреч. Всем хорошего праздника.